Была гроза, ревела буря. К одной вдове забрел монах. Она же, брови строго хмуря, его встречала в попыхах. Свой ужин спряталась скорее, в печи огонь не разожгла. Чтоб убирался побыстрее, кусок со суши подала. А он вдруг говорит: «Сестрица, к нам погорельцы в скит пришли. Подай им чем-нибудь укрыться. Они пьют у нас нашли. Но нет у них ни одеяла, нет ничего, дай хоть платок». А у вдовы аж сердце сжалось, сказала: «Пусть подаст им Бог». Монах же, к совести взывая, стал уговаривать ее, но та, добро все прикрывая, знай, ничего не подает. В конце концов уговорил он, дала вдова худой платок. Был стар он и, конечно, в дырах, давно он отслужил свой срок. Монах ей низко поклонился и вышел тут же за порог. В другую хату обратился, к другой вдове, ведь он промок. Она же печку растопила и ужин скромный подала. Монаха о житье спросила и очень добрая была. Про погорельцев как узнала, одежды узел набрала, подушку, шубу, одеяло, все от души ему дала. И ей монах тот поклонился, взял узел, да и был таков. А день уж к вечеру клонился, не унимался бури рев. А ночью молния в те хаты ударила, вот и пожар. Таят вдовицы те в халатах, смотря, как догорает жар. В чем были, в том так и остались. Пошли проситься в монастырь, добраться поскорее старались, пересекли лесок, пустырь, а у ворот монах их встретил, тот, что к ним раньше приходил, издалека он их заметил, и то, что взял он, им вручил. Одной вдове платок дырявый, второй же узел весь с добром. Так воздает нам Бог за нравы, получим то, что отдаем.